From the internet to the streets, a new generation of activists are gathering force, creating real change from the ground up. Activators at the heart of this global movement, tracking those demanding freedom, democracy, and justice. This week, Roman Dobrokhotov is an opposition activist in Russia, fighting oppressive new laws whilst facing the constant risk of arrest. Конституция – фундаментальный документ. Но это не значит, что мы не можем смотреть на Конституцию глазами современных людей. Что вы слушаете? Он нарушил все права свободы человека. На самом деле, не надо никуда убирать. Конституция нарушена. В стране цензура, выборов нет, а он на Конституции будет. Моя основная задача, как гражданского активиста, это защищать права и свободы, которые обозначены в Российской Конституции. Одна из моих любимых акций, когда мы встали просто с белыми листами и просто стали стоять, все равно подъехали ОМОНовцы и очень долго думали, что с нами делать, поскольку, ну, очевидно же, что непонятно. Почему ты заклеенный? Почему плакаты белые? Если отклеить, то заберут, говорить ничего нельзя. Какие-то клоуны есть, а у нас нет. Какая разница? У нас есть право молчать. Проходим. Меня потом посадили на 5 суток за эту акцию. Причем суд решил, что я ругался матом публично. Хотя там никакого общества не было, там мы одни стояли. Да и ругаться с закрытым ртом тоже было невозможно. Сейчас собираюсь прочесть лекцию о коррупции в Кремле и в том числе затронуть те темы, которые никогда не озвучились на федеральных телеканалах, назвать фамилии главных коррупционеров, среди которых будет, конечно, и лично Путин. У Путина и Медведева в России сейчас 24 официальных резиденции. Больше было только у Саддама Хусейна. А в России классная жизнь. И на самом деле Путину не нужны деньги. Путин не пользуется деньгами 12 лет. Он живет как Сталин. У него страна вся в кармане его. Ему не нужны деньги. Скажите, пожалуйста, как и кто должен бороться с коррупцией? Соответственно, для того, чтобы коррупция была минимизирована, для этого надо использовать мировой опыт, а именно обеспечить реальное разделение властей, реальную политическую конкуренцию в парламенте. Для этого надо обеспечить свободное телевидение, свободное средство массовой информации и независимый суд. Послушав вас, все, что вы рассказали, я задаюсь вопросом, думаю, многие здесь. Зачем вы сюда приехали? Не все из того, что я сейчас сказал, было известно людям, здесь собравшихся. И информация эта может оказаться полезной. Потому что, ну, все мы с вами любим нашу страну. У нас скорее не вопрос, а вот даже у нас сложилась такая традиция гостям на себе дарить какие-то подарки. И думаем подарить его дорогу, мы считаем, что вам нужно ехать в Америку, чтобы ехать в Америку. Супер, круто! Молодцы! Спасибо.
Вот эти данные, именно вот эти, то, что вы рассказывали, деньги есть, есть в интернете, свободный доступ. Вот, дайте мне свой mail, я вам пришлю ссылку. О, с удовольствием, можно тоже. Вот сюда. ВКонтакте есть Роман? Да, под именем своей фамилии так есть. А город какой прописан у вас? Москва. До сих пор как бы я почти этого не видел. И я надеюсь, что вот сегодняшний приезд некоторых оппозиционеров из Селигера — это симптом каких-то перемен. Ситуация не самая радостная. Режим сильно ужесточился, и если раньше можно было согласовывать какие-то флешмобы и хэппининги, проводить законные политические мероприятия теперь практически невозможно. Все это чревато обысками, арестами, огромными штрафами. И это, очевидно, связано именно с возвращением Путина к власти. Но, с другой стороны, появилась какая-то серьезная надежда в связи с тем, что сотни тысяч людей выходят на улицы. То есть ставки поднялись с обеих сторон. И просто это стало более серьезной игрой. У вас преступный приказ. Очень даже обсуждается, если они противоречат основному закону. Какой закон Российской Федерации? Вы его нарушаете. У меня был всегда блог. Я была раньше таким пропутинским очень человеком. И постепенно трансформировалась в антипутинскую. Я в какой-то момент поняла, что я просто не могу уже больше так жить. И меня раздражало вся. Вот меня просто все раздражало. Меня раздражало равнодушие сограждан. Я думаю, что борьба за вообще демократические права, за права человека — это всегда очень долгий процесс. Нужно понимать, что если ничего не делать, то просто в итоге общество приходит к тоталитаризму. Они винят не меня, а в том, что я все это сделала, и я была виновницей этих событий, что само по себе абсурдно. Они пытаются мне предъявить, что сразу после этих слов начались массовые беспорядки. Вот это теперь у нас называется призывом к массовым беспорядкам. До 2 лет. Такая страна. Черные рясы, золотые погоны, все прихожане ползут на поклоны, призрак свободы на небесах. И правда отправит Сибирь когда? Глава КГБ, их главный святой, ведет протестующих с новым конвой. Я не злое победа. Действительно, власть боится, что вот Богородица услышала молитву Куссирайот. Они лгут. Раз они так оградились, тоже не молились. Они называют зло добром. Мы так же тут родная полиция. Полиция, мы с тобой. Я просто хотел помолиться. Роман, куда вас ведут? Нас задерживают? Ну, я не понимаю. Вот меня взяли под руки. Полиция, мы с тобой. Путин вернет свой порядок. Полиция, мы с тобой. Полиция, мы с тобой. Полиция, мы с тобой! Полиция должна быть священник, как и в армии! Во-вторых, ты никогда не говори против. Ты, если что-то другое, я просто потом... Так вот, значит, короче говоря, все диктаторы в конце, они перечеркнуты, предположим, и в конце Путин, и подпись «Беги, Вова, беги». Мне кажется, это довольно ярко будет. Обсуждали только это или уже что-нибудь обсуждали по поводу КС? Здорово. Присаживайся. Обсуждаем, что делать 15 числа. Надо обязательно хотя бы один плакат тогда про Пуси сделать, мне кажется. Идея такая. Нам нужно 2-3 судьи, да? Одеваем судей. А судья целуется с Путиным? Да, надо. Но надо Путина еще целующегося с патриархом. А вот, кстати, это и так и есть. Можем использовать маски. Можем сзади маску использовать всегда. Они приняли закон, согласно которому маски нельзя. А что, нельзя? Арестуют, да.
В пресс-службе столичного главка МВД говорят, что знают о том, что некие люди после марша будут призывать к уличным беспорядкам. Полиция уже обещает, что виновные будут... Все, идешь? Yes. Так, что я мог забыть? Паспорт не обязательный. Нам нужно найти будет парочку влюбленную на митинге. Почему? Из наших активистов обязательно. Потому что будет такая... Будет небольшой перформанс. Ну, можно, если ты согласишься. В общем, там смысл в том, что там будет судья и Путин. И они должны поцеловаться. Ну, потому что судья, типа... Судьи в России легли под Путина. Нам за час надо успеть на Октябрьской республике. Ну, давайте наматывай. Можно было бы много за плакат, но мы разорились, конечно, только. А самому клеить, у меня просто вообще времени не было на этот раз. Сколько? 450? Спасибо. Надеюсь, это не значит, что мало народу. А где наши АВО, друзья? Красная лента! Самое модное украшение осени! Да. Ты это коммунистическая, ты что? Ты большевистскую ленту наденешь? Мне нравится красная. Ты спрячь! Ящие коммунисты, они добрые. Да, добрые. Слушай, а что так мало народу-то? Я просто в шоке, если честно. Да, какой-то этот самый комендантский час. Или город под оккупацией. Люди встревожены. Тогда мы пойдем по этому. Еще раз, кто собирается и какое мероприятие? Будет мероприятие проходить. Какое измерение? Какое мероприятие? Так, а где парик? Ну, сейчас прорежем. Я понял. А где чем целоваться? Где дырки без языка? Ну, придется без языка на этот раз. Будет по-детски. Кощунников под суд! Владимир Владимирович, я посадила всех кощунников под суд! Иди ко мне! Ни один кощунник не останется усвободен! Лицом к нам, ребята! Отлично! О! Ну, только ты помнишь, что это общение? Супер, супер. Этот резиновый вкус власти. Этот засос исполнительной и судебной власти. Основной смысл заключается в том, чтобы напомнить, что мы никуда не исчезли. Мы по-прежнему есть, мы по-прежнему выходим, мы по-прежнему что-то делаем вне публичного пространства, вне уличных акций, но уличные акции также важны. Ну, это был такой мини-перформанс. Мы изобразили Путина и судью Сырову, которая вынесла недавно... На два года осудила группу Pussy Riot. Вот мы сделали такой символический жест, что Путин засосал судью, которая выполнила для него такое вот задание. Свободу Pussy Riot! Свободу Pussy Riot! Свободу Pussy Riot! Свободу Pussy Riot! Путин, улетай! Путин, улетай! Путин, улетай! Путин, улетай! Путин! Я знал, что не слева. Здравствуйте. Здорово. А ты хочешь самый вперед колонны, прорывать кордоны? Спасибо большое. Я с корюшкой договорился. С корюшкой? Спасибо. Что она его там цапнет? Так, пойдем еще немножко вперед. Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Мы должны ходить на митинги для того, чтобы обеспечить свободу себе и своим детям. Это должно быть частью нашей жизни. Никто не даст нам избавления, кроме нас самих. Why don't you take a picture of me, boy? I think that we could be lovers.
никогда не думала, что к 30 годам я буду сама сниматься в главном журнале «Будущее изначально химик». Ну, то есть сначала это кажется, то есть там, кажется, ну да, ну а что, ну вот такая жизнь. Uh-huh. А потом в какой-то момент накапливается количество случаев, и думаешь, ну а какого черта такая жизнь? И так вот, собственно, начинаешь вот заниматься этим самым. В случае с телевидением, то там полностью оно захвачено государственными каналами. Сейчас ситуация это произошла где-то 10 лет назад, когда Путин стал освобождать полностью все государственное телевидение от любого частного влияния. И фактически это телевидение как продукт в России исчезло. Маш, можешь вот так стоять, да не двигайся, пожалуйста. Все время думаем, что вроде как все не страшно, вроде мы по-прежнему можем высказывать свое мнение публично, но при этом девочки из Pussy Riot сидят и будут сидеть 2 года. Как-то все так, казалось бы, все не страшно, не страшно, но в один день мы можем обнаружить, что мы живем совсем в другой стране. Я им говорил, давайте акцию по Pussy Riot. Они сказали, да чё, какая акция, вон уже Мадонна, уже все, Йоко Оно уже, какой смысл делать, по-моему, это... Происходит же огромное количество акций поддержки, да, по всему миру, там, в Балаклавах, там, какие-то адовые на соборах, но, понимаешь, они все вторичные с той точки зрения, что как бы акция по Pussy Riot, это, прежде всего, создание новой песни. А когда последний раз с Надей разговаривал? В понедельник, прошлой неделе. Я же должен был сегодня пойти, а... И как она? Ну, они, ну, хорошо, так бодро держится, только не волнуется, конечно, колонии все дела, но... Но они чувствуют поддержку. Ну, не знаю, порой, ну так, знаешь, что внутренне больше. То есть она так все, она находит какие-то силы, чтобы держаться. Приехал, сам попасть не мог. А у нас везде все закрыто. Вообще у нас ситуация совершенно непонятная. Мы по-прежнему не знаем, кто дал вот это вот идиотское распоряжение, значит, никого не пускать. На Виктора Мадаренко была осуществлена некая атака. Мы не знаем, что это за женщина, но ее не задержала полиция. Это человек Бондаренко, который профинансировал и эту кощунственную акцию. Мы действуем законным правым путем. Мы ни в кого ничего не пускали. Да, это выступил человек, Кирилл Фролов. В лицо. Это законы? Это законы? Я этого, я этого человека вы не знаю. Вы мне скажите, это законы просто... или нет? Вы навязываете. У нас свобода экспрессии. Вы навязываете. Правильно? Потому что ваш спонсор. Мы имеем право. Ваши простите, по Конституции мы имеем право делать то, что мы делаем. А мы имеем право пресекать закон нет, правым путем. Нет, вы не имеете права имеем плескать людям в лицо ничего. Я не плескал людям. Я не плескал. Можно я проанонсирую, что завтра выставка будет открыта с 12 часов? Пожалуйста, сотни, приходите. Что на статью 202 мы просим проверить все правовое. С 12 часов завтра приходите. Да. Ребят, Наталья, может быть, сейчас можно пустить? Давайте завтра. Спасибо большое. Извините еще раз. Спасибо. Там кто-то есть? Говорят, закрыто. Через забор. Позор! 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 На их уговоры вы растоптали все их угрозы. Запомните, люди, навеки наш подвиг веры, надежды и любовь. Кощунство не пройдет! Над ними
смеялись, а сейчас уже как-то уже стрёмно, потому что они как их много, они агрессивные, поддерживают власти. Взаимное напряжение только увеличивается. Правильно я говорю? Лицо оппозиции. Выпьем же за это. За нашу партию. За нашу партию. До дна, до дна. Ты как далеко хочешь? Я говорю, не шуточная история, господи, ну что такое? Давай, куча полиции, все ждут. Наталья, почему не пускают? Бомба заложена. Бомба? А почему других пускают? Или бомба избирательные свойства имеют? Прошу прощения, информационное агентство. Бред какой. Появляются гранаты, полная ерунда, бомба. Если была бомба, никого не пускали. Какая-то бомба. В общем, пока мы не знаем, что там. Есть ли бомба, сомневаюсь. Думаю, что все-таки это связано с нашей выставкой. И с чьим-то нежеланием, чтобы выставка продолжалась, чтобы публика смогла посмотреть нашу экспозицию. Какое-то вот такое уже общее ощущение, что сделать все равно ничего нельзя. Вот как оно есть, так оно и есть. И что я буду себя лишний раз подвергать опасности. По всей стране пройдут масштабные празднования. 7 октября будет отмечать юбилей президент. Путину 60. Как и у вас есть в продаже грабли? Помню. Так, сейчас. Все, спасибо, до свидания. А у вас есть белые ленточки? Вот прям вот ленточки есть, да? Вот я бы купил. Белый будет на грабли глупо. Ну, там есть свой символизм именно в белой ленте. Политический. Он здесь? Ну, да, да, наверное. It works. Нет, ну Путин – это главная системная проблема России. За Путина мы лишились свободы слова, свободы выборов, свободы собрания. Без Путина никакая демократия в России абсолютно невозможна. Но сейчас мы празднуем день рождения нашего любимого президента. Ему исполняется 60 лет. Это отличное время для того, чтобы проводить его на пенсию. И в качестве подарка хочу подарить ему грабли, чтобы в колонии поселения ему было что делать. Удачи. Зачем грабли? Ну, хочу подарить Владимиру Владимировичу Путину. Здравствуйте. 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 А почему вы отбираете меня вечно? А почему вы проходите место внизу? А что, в чем проблема? А что, я не имею права на улице стоять? Вы куда меня тащите? Граждане, подберите документы ваши. А что, проблем не задерживаете? Ну, закон-то будем соблюдать или нет? Уважаемые. Ну, что ж происходит такое? Ну, мне что, осторожно. За что меня задерживаете? Уважаемые граждане, соблюдайте закон. Уважаемые граждане, сотрудники полиции, предъявите ваши документы. На каком основании? Что такое происходит, товарищ? Я хотел президента поздравить всю Поздравляю, вновь прибывших! Прекрасно! Давай! Щипочка? Нет, получай.
на адвоката, на телефонный звонок, на переводчика. Если не владеете русским, владеете русским. Требуем переводчика с немецкого срочно. С албанского. Прими ты все. Записываются по номеру 60. ОВД Китай город приветствует вас.